Доброе утро из Болгарии. Вы на канале Порт Клаб. Ну а мы сегодня, точнее уже сейчас, собираемся и выезжаем по делам. Смотаемся в Бургас, в Поморье. На обратном пути заедем в город Ямбол. Что мы будем там делать? Сейчас расскажу. Так вот, сейчас одеваемся и будем выезжать. Что мы будем делать на обратном пути в Ямболе? Мы заедем на базар. Нужно прикупить рассаду. Покажу вам базар, где он находится, где продается рассада. В принципе, уже много посажено, но нужно найти огурчики. Маленькие такие, с пупырышками. Хорошие такие, хрустящие. И надо их посадить. Поэтому заедем, покажу вам базар, где он находится, расскажу. А сейчас, перед тем, как выехать по делам, нужно забежать в курятник и посмотреть, что там происходит. Чуть-чуть прибраться. Оставить их в чистом помещении с питьем, с водой. Ну, а потом ехать дальше. Поехали вместе с нами. Так, курятничек у нас убранный. Застелили новое сено. Сегодня уезжаем, поэтому набираем побольше корма во все кормушки. Водички. Еще сейчас поставим водички. Курочки наши несутся, мешать не будем. Так, все поменяли. Вторая курочка тоже сидит, вон она. Вот она сидит, несется у нас. Вот она. Так что две курочки у нас сидят, несут яйца. Все чистенько, убрано. Можно со спокойной душой ехать по делам на пару дней. Хозяйство на петухе оставляем. Так что все нормальненько. Так, находимся в магазине Джамбо. Посмотрим, почем лодки. Цены на лодки. Вот размеры, цены, надувные лодки. Сделаем такое летнее видео из Джамбо. Такая вот красивая большая лодка. Цена у нас 200 лева. Размеры тоже можно посмотреть. Угу. Ну, есть вот такие вот на море поплавать доски. 400 лева. Большущая, конечно. Можно лечь всем телом втроем. Интересный магазин Джамбо. Кто не знает, можно приехать, хорошо закупиться. Сейчас пройдемся и посмотрим, что предлагают в магазине Джамбо. Стульчики, лежаки. Вот такие сладости для детишек на входе. Конфетки, пососалки разные, похрустяшки, пожевалки. Ну, в общем, есть чем порадовать своего ребенка такими разными красивыми вкусными бубликами, собачками. Ну и так как лето, соответственно, вееры продают детские. Шикарный магазин. Народу сегодня, конечно, я вам скажу, просто не протолкнуться. На улице, на стоянке очень мало мест. Да, мы находимся в Джамбо. Народу очень много. Машину пришлось ставить там в самом конце. Но что делать? Как-то так. Пойдемте посмотрим, что продается. Все уже в бассейнах.
в баллонах. Чувствуется лето. А лето уже наступило. Всех поздравляю с этим веселым сезоном. Не только веселым, еще и теплым и приятным. Все завалено. Пойду посмотрю себе тапочки пляжные. То скоро буду очень много времени проводить на пляжу. Ну и надо взять. Есть вот такие разные сланцы. Кому интересны цены. Цены 4 лева, 2 евро. Есть, конечно, и по 7 левов. Точнее, по 6, по 3 евро. Но есть из чего выбрать, в принципе. Поэтому сейчас я что-нибудь себе выберу. Есть тапочки, чуть-чуть подороже, по 10 левов, то есть по 5 евро. Ну так, так себе. Ну, здесь у нас, конечно, зонтики разные. Праздник, что сказать, лето, шляпки, палатки, шапочки разные, бейсболки. Идемте посмотрим бейсболки. Мне, правда, лежит в машине, мне не надо. Ну так, поснимаем. Цены хоть. Ну, бейсболки по 8 лева. 4 евро. Такие. Ну. Кипарики разные. Очень много разных матрасов. Много разных праздничных атрибутов, хлопушки там, ну всякая такая канитель, детские игрушки. Вообще, в общем, здесь можно найти все. Магазин Джамбо, недалеко от Бургаса. Я потом на входе сделаю видео, как оно выглядит. Там хлопушки есть. Так пошлепать кого-то по заднице можно любую выбрать. Красную, синюю, а кому как нравится. Вот именно по заднице, потому что с такими дырками муха может и проскользнуть. Здесь очень много свечей разных продаются. Вот надо свечки взять. Закончились дома свечи. А у меня они горят всегда. И поэтому надо взять свечи. Сейчас выберем какой-то комплект. Ну, такой большой комплект мы и возьмем. Очень много декора здесь продается разного. Вот такие плетеные штучки. Вот такие. В деревенском стиле. Вообще замечательно. Можно сказать, даже не в деревенском. Это уже больше похоже на Бали. Да. Ну, вот такие вот интересные вещички. Зеркала. Декора очень много, конечно, здесь. Магазин очень большой. Так что вот для лампадок тут разжигать. Такие факелы можно поставить, поджечь. Ну, замечательно, в общем, что сказать. Конечно, есть вот такие разные висюльки. А? Кто любит повесить во дворе? Разные погремушки. Духов отгонять. У нас в деревне после моего видео, думаю, все будут весить такие штучки у себя во дворе. Так что, кому надо, оградить себя от потустороннего мира, добро пожаловать в Джамбо. Welcome. Важный отдел, конечно, есть и для школьников, для офисов, канцелярские принадлежности разные, ручки, фломастеры, бумага. В принципе, все необходимое
Ну, а здесь можно прикупить цветочки. Это уже куда, кому как. Цветы искусственные. Я понимаю, что такие обычно на кладбище кладут. Но кто как воспринимает все это, конечно. А то сейчас после моего видео с ужастиками одна мысль. Цветы для кладбища. Просто вещи такие красивые. Как настоящие просто. Все это искусственное. Цены такие ставят, что за эти деньги можно пойти и купить настоящую орхидею. Они у нас очень дешевые. Так, а здесь отдел декора. Всякие эти липучки на стены, кирпичики. Так, паянтовое такое все. Лучше же настоящий камень уложить на стену. Но тоже имеет право на жизнь. Разные подушки, кошки. Свечей, конечно, очень много. Свечи на любой вкус, цвет и запах. Очень много, конечно, подушек разных, декора, свечи. Как вам такие свечи? Красиво. Их раньше привозили, сейчас опять появились. Также здесь можно купить носочки, футболочки. И детские, и взрослые. Сумочки, рюкзачки. Хозяйство прикрыть. В общем, зонтики даже есть в эту летнюю погоду. Так, это уже для кошек и собак отдел. Такие разные коврики, поводочки, ошейники, клетки для перевозки. Ну и напоследок заснимем спортивный отдел. Кому нужны блины, штанги, гантели. Разные накидки на ноги, на руки, скакалочки. Ну, в общем, всем спортивным людям теннис. Скоро поставим теннис, будем играть тоже. Баскетбольное кольцо у нас есть. Осталось установить только такое большое у нас кольцо. Ну, пока еще не установили. Коврики для йоги. Дротики. Награды. Ну, в общем, кому нужен кубок, может приехать и купить и медаль. Не сказать, что участвовал в болгарских соревнованиях на канале Порт Клаб. И все. Мы подтвердим, поддержим. Так что все нормально. Можем выдать любое звание. Ну, и для спортсменов можно приобрести разные бутылочки. Для велосипедистов. Колоночки разные, наушники. Вообще, просто здесь есть все. Сейчас мы посмотрим, может быть, нам
тоже что-то пригодится для блогерства. Это тяжелый труд. Приходится постоянно что-то докупать, чтобы вам показать хорошую картинку. Ну и вот, в общем, вот такой вот магазин на выходе. Людишек сегодня много. Уже поуезжали немножко. Но уже есть где запарковаться. Так что такой магазин Джамбо недалеко от города Бургас. Сейчас находимся на автостанции города Ямбол. Возле автостанции есть масса магазинов Агроаптек. Всегда можно приобрести какие-то капельки там от блох, корм для курей, витаминчики для курей, антибиотики. Ну, все, что с этим связано. Подкормки разные. Ну и, соответственно, есть базар, где можно купить рассаду, мебель. Куча кафешек. Строительные магазины, мебельные материалы очень много разного. Можно приобрести пленку разную. Ну и пойдемте зайдем на базар. Сегодня как раз есть рассада. И можно посмотреть. Так, любой сорт. Здравейте. Какие сорта продают помидор? Эту только, эту другите. Эту. Ваша сычка карте. Вот только 10. 10. Какой хочешь сорт есть? Сейчас спросим, сколько стоит. 10. Рассада одна. Какова цена за эту мать рассада? Ага. Один лев стоит рассада. Это все название сортов. Это уже совсем другие вещи. Есть огурчики, конечно. Есть рюкзаки. Пленка. Внутри очень много для хозяйства, веники, ведра, да, все, что нужно. Такой базарчик у нас в Ямболе, сапоги вон есть садовые. В общем, все необходимое здесь есть. Так что в Ямболе находится два базара, чтобы знали. Один практический центр, в центре находится, второй находится чуть-чуть подальше. Есть место, где можно приобрести газовые баллоны, горелки тоже, бочки. То есть это все здесь. Даже кредиты, кому надо, тоже здесь. Такое вот место. Отремонтировали стояночку. Здесь сидят ребята. Можно всегда заказать какую-то перевозку. Есть машины. Есть такси. Напротив Вейка. Вейка — это где у нас оплачивают воду. Вот прямо напротив нее находится этот базар. Также рядышком находятся рыбные магазины, строительные магазины, полицейский участок Тунжа. Все на одном пятачке. Так что, кому интересно, кому нужно приобрести рассаду, да и кто любит просто прогуляться по базарчику,
Там и фрукты продают, и овощи. Но когда сезон рассады, то рассады, конечно, очень много.